сильный ветер что-то здесь поднялся у нас в здании. С моря он идет сейчас, да? А нет, не с моря, наоборот. К морю. К морю у нас сейчас справа. Китайское море, Сиамский залив. Микрофон, наверное, полностью забит, но вообще сильный ветер, я давно такого не видал. Как будто не посрывало прямо на меня тут. Я открыл дверь и, короче, как подуло. Дождливый день сегодня, мощный ветер перед этим подул. 25 марта мне поставили визу. Это замечательно, с одной стороны. Сегодня 15 февраля. 40 дней, короче, сейчас. Ну, 30-ку добавили. По штампу 45 плюс 30-ка. Дней 45 плюс 30, короче, активировал. И 1900 отдал бат. Это где-то до 60 долларов. Проблемы остаются проблемами. Нужно возвращаться, решать вопросы с трейлером. Трейлер стоит где-то в Арканзасе. Ну, то есть мне нужно сейчас либо до 20 апреля выехать, либо продлить еще трейлер на месяц до 20 мая и уже утрясать эти дела. Другой вопрос, как сейчас лететь. Либо лететь надо через Турцию. В Турции, может быть, пожить до середины мая. Либо нужно лететь куда? Куда-нибудь в Аргентину. Либо прямой рейс через Японию. Там Атланту, прочие вещи. Короче, имеются разные вариантики. Нужно все думать, прибавлять одно к другому, второе к третьему. Посмотрим, как это будет. 13 марта у меня вот последний день в этом здании. Джамтьен, Ривьера. Живу на Джамтьене. 50 в месяц цена тысяч. И не считая воды, электричества, интернета и прочее, прочее. Что еще? После футбольчика еду, дорогие друзья, и вот такие светофоры здесь не всегда и не очень понятные. Там в каждой линии горит свой светофор. И ты можешь стоять в линии, которая прямо и направо, и там вроде зеленый, а в соседней красный. И никто даже сзади не посигналит, что тебе пора ехать. Не совсем понятно, то ли ты на красный едешь, то ли на зеленый. И уже пора ехать. Типа зеленый загорелся, и уже пора ехать. Но не совсем понятно.